Так, Николай, вот сейчас что происходит тут? Двигатель разобран полностью. То есть поменяли там шестерню, все отлично. Нет вибрации, нет ничего, но есть одно но. Вот именно вот эта вот шестерня, которая накаленувал, имеет чуть-чуть какие-то заусенцы из-за того, что там попало что-то, когда была поломка. И из-за этого вместе с этим, когда они крутятся, да, есть какой-то звук. Да, отряли? Вот. Вот. Остальное все абсолютно в порядке. И вообще-то этот мы считаем, что это не проблема. Просто эта заусенца, которая есть, это будет стерта и все, это заработает. Чтобы этот убедиться, что это именно от коленвала, вот это от этой шестерни мы вот сейчас поставим. Из коробки достанем новый коленвал. Совсем новый. Так. Поставим там же. Смотрим. Так. Поставим там же. Вот. И сейчас крутим. Вот. Не имеет звука. То есть из двух вариантов мы можем выбрать одну. Или ставим новый коленвал, который сейчас мы узнаем, сколько это стоит, и напишем вам. Или оставляем старый, то есть решайте вы. Вот все. Давай опять поставим старый коленвал, чтобы опять посмотреть, что за шум. Вот. Не проверяли там, не согнуто ничего, просто вот именно вот эта вот шестерня. Вот. Вот. Из-за того, что там есть маленькие заусенцы, которые будут все.